вопрос походно-туристического питания становится по-прежнему остро. И сегодня мы рассмотрим одно из решений этого вопроса, а именно консервы, которые упакованы в традиционную жестибанку от торговой марки «Ладус». А поможет нам сегодня Алексей, как эксперт в области диетического питания. В каждой шутке есть только доля шутки, но он действительно дипломированный товаровед. Жестибанка. Как известно, жестибаночка, она, конечно, уже теряет свои позиции. Почему? Потому что сейчас появилось много перспективных упаковок. Реторт-пакеты, просто пластиковые пакеты, сухая сублимированная еда. Жестибанка — это, всегда неудобно, правда? Немножко есть, особенно с утилизацией. Да, и здесь мы еще попросим уважаемых и неуважаемых зрителей просто убирать за собой мусор и не разводить всякое безобразие. Потому что если вы имели сил принести туда эту жестибанку, да, то уже имейте сил ее как-то оттуда забрать. Правильно? Правильно. Но, тем не менее, жестибанка все еще очень популярна. Во-первых, это самая простая, дешевая упаковка. И, кроме того, она очень хорошо сохраняет продукты. Ну, например, жестибанка, она также хорошо сохраняет, как и стеклянная. Можно сюда? В стеклянной банке хранится консерва, Алексей. Ну, до года свободно, правда? До года, да. Но я еще хочу добавить так от себя, что все-таки в диких условиях, скажем так, на природе. Непрактично, правда? Наоборот, как бы практичнее. Стекло непрактично. Стекло непрактичнее. Конечно. То есть жестибаночку что, можно поставить на угольки костра, и она нагреется и будет замечательно, в принципе. И будет замечательно нести ее домой. А нести домой — это уже другое дело, но, по крайней мере, пища будет теплая. Да, разогревать, да, действительно, сейчас мы еще попробуем. Так, торговая марка «Ладус». Консервы — одни из самых лучших мясорастительных и мясных консервов, которые производятся в Украине. Это по заявлению экспертов, по заявлению производителя, ну, не только мое мнение, поэтому вот как есть. Здесь у нас 12 банок, это так называемый пробный набор. Здесь всего по чемножку, поэтому... Сейчас будем доставать, смотреть, пробовать, чего это, как это и зачем это. Каша рисовая со свининой. Значится здесь все данные производителя. Масса 338 грамм, что удобно. Следующий размер жестибанки — это 525 грамм. Это банка большая, да, шайба. Да. Так вот, как мне кажется, вот именно масса в банке в 338 грамм, это оптимально одному человеку открыл, скушал. Разовый прием пищи. Разовый прием пищи, совершенно верно. И потому, 525-я банка одному много, а двоим зачастую бывает мало. Недостаточно. Да, вот этот вот 338 грамм, мне кажется, это один из самых оптимальных вариантов. Это первое, что бросается в глаза. Второе. Каша, вернее, консерва изготовлена по требованиям ДСТУ, Державный стандарт Украины. Это не технические условия, которые производитель разрабатывает под свою сырьевую базу, под свою технологию производства, под свои заведомо запускаемые косяки в производство ДСТУ. Это требование государственного стандарта, а значит, соответственно, продукт имеет уровень качества, как правило, всегда выше, чем продукт, изготовленный по требованиям технических условий. То есть не ГОСТ заточенный под производство, а производство под ГОСТ. Да, производство под стандарт, а не стандарт. Да, совершенно, совершенно верно. Второе. Компактная лакированная банка. Интересно, надо будет посмотреть, можно ли ее греть на открытом огне. Иногда внутри бывает лак, да? Знаешь, вот когда он кипит, оно все плохо пахнет и невкусно становится. Ну, насколько я знаю, лак как раз покрывается на поверхности, чтобы коррозия банки не было. Это понятно. А внутри ее не должно быть лака, потому что внутри, по сути, то какая-то жидкость, либо что, это же уже... Я понимаю, но зачастую производитель лакирует банку изнутри. Для того, чтобы предотвратить контакт продукта с железом. Жестью, да, с железом. И тогда ее просто ты ставишь на огонь, оно горит лак, и продукт, получается, воняет этим лаком. Лаком, да. Ну, посмотрим. Здесь у нас ключ, что очень хорошо радует. То есть не нужен никакой специальный инструмент, никакой консервный нож, который его будет открывать. Так, смотрим дальше. Каша рисовая со свининой. Раз. Яловчина тушкована. Говядина тушеная. Без растительной
составляющие и тоже требования ДСТУ. Ну, масса здесь будет одинаковая. Чисто мяско. Да. Дальше. Мясо индейки в собственном соку. И тоже требования ДСТУ. Прекрасно. Дальше. Печень индюшачья в собственном соку. И тоже требования ДСТУ. Прекрасно. Дальше. Фасоль со свининой. И тоже ДСТУ, прошу заметить. Да. Солидно, правда? Так, мясо курицы в собственном соку. Очень лаконичная упаковка. Без всяких, да, без всяких там... Минималистично, я бы сказал. Сейчас минимализм правит миром. Правит миром, но, тем не менее, вся необходимая информация покупателю, да, во-первых, масса. Во-вторых, дата производства, да, вот, да. На обратной стороне банки. Состав, химический состав, энергетическая ценность, срок годности, 2 года, кстати, с даты изготовления. Свинина тушеная, также ДСТУ. Дальше. Каша гречневая с говядиной. Каша гречневая со свининой. Каша рисовая с говядиной. Канина. Ой, канина. Вот, не интересно. Знаю. Во-первых, это очень специфически, а во-вторых, это не каждому совесть позволит есть. Ну, знаешь, как рассказывал один товарищ. Да. Рассказывал один товарищ, когда французы поставили в Великобританию тушенку или колбасу из канины. Получился международный скандал практически, понимаешь? Канина. Канина в Англии стала это. Ну, это то же самое, что есть человек это. Это как в Индии есть корова. Да. И фасоль с говядиной. Ну, ничего такой ассортиментик. Как скажешь? Да, ассортимент очень такой широкий и интересный, я бы сказал. И что мне нравится, например, что есть продукты, которые можно сразу употреблять. Ну, например, там мясорастительные консервы, да? И есть просто мясная консерва, тушенка, которую можно хоть так кушать. Хоть первое блюдо, хоть суп, да, хоть кашу какую-то готовить. Уже потом. Да? Ну, скажем так, вот, если взять, сварить, допустим, 0,5 килограмма гречки и закинуть туда 1 или 2 баночки тушенки, в зависимости от гречки, будет неплохой на толпу, так сказать, ужин, либо перекус. Согласен. Ну и, конечно, какой тест без дегустации. Понятно, что сегодня все мы, конечно, не попробуем, но в процессе, в дальнейшем, я в будущих видео обязательно уделю какое-то внимание именно консервам от этой торговой марки. Но сегодня Алексей у нас захотел есть чего? Фасоль. Фасоль со свининой. Давай, Леш. Барабанная дробь. Давай. Подденешь? Удобно? Опа. Так. Ну вот, по-моему, лака нету здесь внутри. Ну не похоже. Подожди. Так, ну дай-ка. Пахнет вкусно. Греть да. Будем? Фасоль чем хороша? Ее греть не обязательно. Ну вот в том-то и дело, почему выбрал фасоль. Не, я думаю, греть не стоит. Не стоит? Нет. Ну давай. Пробуй. Давай, роняй. Смотри, как это будет. Да не, вытряхивать, я думаю, ее нужно будет добряче. Я понял, ты у нас малоопытный. Давай. Во. Пошел. Держи. Да сейчас уже вылезет. А, нет, давайте. Оп. Ты знаешь, выглядит, Алеша, это все шикарно. Выглядит шикарно, спору здесь нет. Здесь в банке никаких посторонних предметов, все очень цивильно. И очень даже, я тебе хочу сказать, вкусно пахнет. Бросай крышку. Да, пахнет очень вкусно, я хочу сказать. Ну да, давай вот скажем так, вот для одного человека вот данной порции... Вполне, да? Вполне, да, где-то так в походе бросил 3 баночки на 3 приема пищи. Ну пробуй. Интересно ваше экспертное мнение, товароведное. Что скажешь? Вкус. А значит, какой вкус? Приготовлено, знаете, как... Дай попробуй. Похоже на домашнюю кухню. Так. Свинина. Интересная. Фасоль, что самое интересное. Я вот, ну, как бы, частенько полюбляю фасолькой побаловаться. Так мне тренер приписал, так сказать. Так. Очень часто фасоль от разных производителей чем-то напоминает, скажем так, клейстер.
Да, я понимаю, о чем. То есть, когда ее варят, то ли зависит от сорта, то ли от чего, она такая получается тягучая. Ну, короче, она получается как с соплями. Да, да. Здесь такого эффекта нет. Здесь такого нет эффекта. То есть, фасоль вареная, так сказать, умеренно и... Ну, покажу сюда. Она, скажем так, рассыпчатая, она не клеится. Значит, смотрите, что я здесь вижу. Фасолька у нас целая, дробленых зерен нету. При этом разваренная в меру, нету бобов распавшихся, разлевшихся. Консистенция свойственная данному виду продукту. Вкус и запах отвечает содержимому этой банки. Вкус не острый, не соленый, нету каких-то лишних специй, да? Да, перца тоже нету, то есть, скажем, ну, скажем так, на среднего потребителя. Нейтральный, вот нейтральный вкус. Но, есть... тем не менее, вкус приятный и вполне, очень даже вполне. Да, скажем так, чувствуется мясо, они тупо жира напихали сюда, я извиняюсь. Ну, кстати, насчет мяса и жира, здесь кусочки мяса и... Я не видел здесь там ни жировой ткани, ни соединительной. Ну, да, то есть я говорю, то есть в основном мясо, а не то, что там. Вполне. Годно. Годно. Так, каша рисовая с говядиной. Тоже не буду греть. Если честно, даже почему-то не хочет. Собака тоже хочет. Сейчас мы и собаке дадим. Опа. Так-с. Не знаю. Пахнет, вот реально. Пахнет рисом. Пахнет рисом, но не мясом. Пока просто рисом. Сейчас может, оно там все внутри. Ну вот. Но хочу рисом... опять-таки сказать, что рис сваренный не просто так. Да, ну, то есть он рассыпается, как будто его хорошо промыли перед тем, как сварить. То есть тоже. Мастерство. Ну, вот, Леш, ты правильно сказал. Я соглашусь в первую очередь с тем, что очень важно, когда производитель использует не только качественное мясное сырье, да, но и уделяет определенное внимание и растительному компоненту. Тонкости, правда? Скажем так. Да, собака, ну подожди, ну так нехорошо на стол. Ну куда ты на стол с ногами? Не надо так делать. Подожди, сейчас я тебя накормлю. Я понимаю, вкусно пахнет. Сейчас мы тебе баночку дадим. Так, короче, получается такая история. Что мясо в основном у нас внизу, но важный момент, мясо здесь будет, ну, помельче, дробленое помельче, чем в предыдущей консерве. То есть здесь нету каких-то определенных кусков выраженных. Я бы сказал, что это вот по своему виду очень похоже на... мясорастительные консервы армейского типа. Там вот тоже вот рис с мясом очень мелко подроблены. Я хочу сказать, наверное, это все было более к тому делу. То есть рис мельче, мясо поменьше. Если фасоль побольше у нас, то и более, чтобы более-менее, скажем так, баланс. Баланс был, да. На вкус. Можно это, есть? Конечно. Это типичная консерва с говядиной. Проведем эксперимент по поводу горит или не горит. Пустую уже банку, немножко тушняка. Если там есть лак на внутренней поверхности, вонючий, вот этот запах, он сразу будет слышен. Но вот сейчас, что скажешь? Как будто горит каша. Как подгорелой каши, да. Горит каша. То есть запаха... Ух ты. Запаха горелого лакокрасочного материала оттуда просто нет. То есть, соответственно, баночку можно просто поставить возле костра, там не просто бросить так в костер, чтобы она там сгорела. Конечно. А на краешек поставить, и она прогреется и будет довольно хорошо. Или на газовую горелку. Ну, это уже как получится. Но надо понимать, что оно, конечно, будет подгорать. Поэтому огонь так надо регулировать. Но то, что лака внутри банки нету, лак при нагревании не горит, это большущий плюс этой консервы. Ну, скажем, еще смотря какая, ну, смотря какая продукция. Вот если рис смотри, немного суховат,
как бы пока... Он плотно облегает банку, соответственно и греться будет. Я говорю про то, что если бы мы грели бы фасоль, она бы менее горела, мне кажется. Но она пожиже будет, конечно. Пожиже, да, конечно. Что пожиже. Конечно. Еще такой маленький гайд. Если греть такую баночку на костре или либо же на горелке, я все-таки советую чуть-чуть приоткрыть баночку, чтобы куда уходил пар. Закрытая банка просто взорвется. Нету лака. Да, сейчас просто выгорает на то, что осталось на дне, оно дно как бы перевезет. Ну, еще одну банку откроем для разнообразия. Печень индеечья. Печень индейца. Что, кстати, очень интересно для тушенки, потому что обычно такой... Ага, я нашел! Дальше я нашел. Ржавая сверху банка. Это ключик приржавел. Ну, бывает, бывает. Главное, главное внутри все нормально. Но надо понимать, тушенка не армейская, да? Она не обмазана сверху солидолом. Это, ну, где-то попала влага, всякое может быть. Да, при транспортировке. Смотрим. Ух ты! Ух тышечка! Значит, здесь у нас... А здесь уже есть перчик. Здесь вот такой вот бульончик. Ага. Ну, смотрим, что... По-моему, цельная печеночка. Ну, было бы здорово. Пока, конечно, не видно, но мне кажется, что так оно и должно быть. Сейчас узнаем. Да. Вот это вот уже интересно. Не какой-то не паштет, ну, в классическом понимании. Это самое, что ни на есть, печенка. Тушеная печенка, получается. Очень нежный запах такой, очень нежный. Да. Прямо прелесть. Прямо прелесть. Сейчас попробую на вкус. То есть супчик, вот это вот супчик будет вообще идеально. Супчик из потрошков. Класс, очень достойный продукт. А самое главное, нету каких-то, опять-таки, изысков по вкусу. Немного соли, нету каких-то очень специфических специй. Продукт, ну да, я считаю, для массового потребителя. Характерные специи для данного продукта. То есть... Немножко перца горошком, соль и все. Да, согласен полностью. Классическая печенка, без всяких